меня обманываешь. Ты врешь мне сейчас нагло в глаза. Я тебе еще раз говорю, Оля. Ты клонишь все к расставанию. Я просто все на смарку. Все эти 4 месяца. Какое расставание? Ты что несешь, Оля? Я был с тобой, я буду с тобой. Это работа, это Оля. Это сейчас. Потому что ты на острове. Привык ко смотри, мне. А там сегодня... ты почувствуешь свободу. Смотри, ты знаешь, что я также люблю петь. Играть на гитаре, ты знаешь. Нам предложили новый конкурс. В сентябре, куда или когда ты? Он о даже начнется. Твоя девушка понимаешь? Плачет, переживает, говорит об одной теме. Ты какие дебри пошел? Ты о чем говоришь? Ты о себе говоришь только, о карьере какой-то и все. Ты что несешь, Оля? Успокойся, хватит эмоционировать, Оля. Я ей сказал, что я полечу. Значит, я полечу, и это не оговаривается. Ты холоден. По у поводу... тебя сейчас нету никакого по поводу... тепла и не чувствую. Ты что, ты ржешь, блин? Ну, успокойся давай, успокаивайся. Прошли сутки с того момента.